Добрый день, друзья! Сегодня у нас 21 ноября. И вот что я заметил. Стоит такая теплая погода, что начала сирень расцветать второй раз в году. Но это не только вот на этой ветке. Вот еще и наверху здесь почки начали по-новому распускаться. Вот такая осень теплая. Здесь наверху немножко, если видно. Почки такие набухшие. Конечно, это не полноценное цветение, но цветы 21 ноября — это такое маленькое чудо.